Так, ребята, всем привет, всем большой, огромнейший привет. Я не снимала видео давно, ну, не так уж и давно, но все равно для вас это, возможно, давно. Вот. Не буду объяснять, из-за чего не выходили видео, но сейчас я собираюсь, ну, мы с семьей собираемся ехать в торговый центр в Тамбов, походить по Ашану, накупить продуктов, вот, потом походить посмотреть вещички, потому что в воскресенье мы опять там были, сегодня вторник, в это воскресенье мы там были, я купила себе черную майку и джинсы, прикольные, вот, а сейчас я уже собрала портфельчик, вот, сейчас приедут родители, мы возьмем бабушку с дедушкой и поедем в Тамбов торговый центр, вот. Да, для меня это не секрет, что мы едем в Тамбов. Все знают, что я живу в Рассказово. Вот. Хочу вам рассказать об своих улиточек, которые стоят там. Эти улиточки у меня беременные сейчас. Вот. Микки с Лаймой хорошо себя ведут в большом контейнере. Вот. Ну, это видео я засняла ради того, чтобы вам сказать, что я не забросила канал. Просто я бы сегодня поснимала классные ролики, но из-за того, что мы едем в торговый центр, вот, соседний городок, так скажем, вот, то я не смогу для вас что-то поснимать. Дорогу тоже не смогу заснять, потому что телефон останется дома. Вот, возможно, я его возьму, если успею, ну... зарядить до того времени, как мы поедем. Сейчас у нас время 9:32, и мы поедем 11:30. Вот так. Вот такое вот миниатюрное разговорное видео у меня получилось, и это видео было в связи с тем, чтобы вам сказать, что я никуда не пропала. Всем пока!